Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый весенний сезон, который продлится со 2 по 9 мая. За прохождение этого сезона на 80% вы получаете автомобиль Vaux Corsa 9 года и легендарный костюм кролика. А за прохождение серии сезонов вы получаете автомобиль Alfa Giulia Forza Edition и автомобиль Ford Crown Victoria. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня эксперт в весеннем чемпионате сообщества вы получаете белый гоночный шлем. За первое место против драйватаров уровня эксперт в суперспринте в Котсуолсе вы получаете автомобиль Lancia Delta. И за первое место против драйватаров уровня непобедимый в командной уличной гонке эдинбургский Стокбридж вы получаете кроличьи уши. Ну а на острове Fortune Island вас будет ждать 4 сезонных чемпионата и 2 сезонных выходки, за которые можно получить десяток призовых игр. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти недельный форзафон. Первое испытание называется «Суровая красота». Для его выполнения вам понадобятся автомобили категории «Героические кроссоверы». И все, что от вас потребуется, просто выйти из гаража. Второе испытание называется «Генеральная уборка». Для его выполнения вам понадобится продемонстрировать технику «Мусорщик» 10 раз. А чтобы выполнить эту технику, вам необходимо сбивать мусорные контейнеры. Следующее испытание называется «Вглушь». Для его выполнения вам понадобятся заезды кольцевого автокросса, на карте они выделены зеленым цветом. А для выполнения испытания вам необходимо выиграть 3 заезда кольцевого автокросса. Последнее испытание называется «Просто царапина». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику обмен краской 10 раз. А чтобы выполнить эту технику, вам необходимо легко толкнуть проезжающий автомобиль. С испытаниями все, теперь я расскажу вам о наградах. В этот раз в призовом магазине можно купить эпическую джинсовую куртку XS и легендарную кепку Monster Energy, а также легендарный автомобиль Koenigsegg Agera 11 года за 400 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это эпический Mercedes-Benz E63 AMG 13 года за 700 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, поддержать меня лайком и подписаться, чтобы не пропустить следующий форзафон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!